питомник ГАВ. Здесь живет более 300 бездомных собак. И каждая желает найти своего хозяина. Вот, например, дворняга Шанти живет в этом вольере уже полтора года. Для нее созданы все комфортные условия для проживания. И теплая будка с сеном, и добрый волонтер всегда накормит вкусным кормом. Но было бы лучше, если бы у нее была своя теплая домашняя обстановка. Шанти попала в приют после отлова. Здесь ее стерилизовали и обогрели. Теперь она живет с дружными соседями, такими же дворнягами, как и она. Это Карина и Рекс. У каждого из них своя печальная история со счастливым концом. Хотя нет, не концом, а удачным продолжением. А это Карина. Карина у нас из поселка Каринская. Была сбита машиной. Были сломаны у них две лапки. Вот отремонтировали. Животные любят хозяйку приюта, узнают ее по голосу и всегда радуются встрече. Только за прошлый год она дала кров 120 собакам и столько же отдала в добрые руки. В этом году сюда поступило уже 80 животных. Для каждого подыскивают своего хозяина. Не бойся, не домогай. Ты испугалась собака? Ты испугалась? Да ладно, не бойся. Инна организовала приют вместе с мужем в 2007 году. И до сих пор это семейное дело живет. Хозяйка говорит, что это ее призвание. Еще в детстве подбирала на улице каждую собачонку и несла домой. Они будто чувствовали ее доброе сердце и желание помочь. Как только выходишь за ворота, куда-то идешь, животные сами подходят. Сами просто смотрят в глаза, помоги. В благом начинании поддерживала и мама. И вот уже будучи взрослой, Инна продолжает свою добрую миссию. Все началось с 6 бездомных собак. Чем больше животных к нам попадало, тем больше людей о нас узнавало. И сейчас уже многие люди нам помогают. Кто чем может, кто лекарствами, кто кормами. Есть в приюте и свой собачий доктор, который лечит четвероногих, ставит им прививки, а также и стерилизует. Содержится приют на пожертвования от благотворителей и волонтеров. Активно помогают и местные жители. Они выгуливают собак, ищут им дом через социальные сети и водят на выставки. Большинство собак нам последние 2 года попадают именно с отлова. То есть, когда животное находится у нас, если кто-то пристраивается, освобождается место, и какой-то из животных на улице не выпускается, остается и занимает это место. А как часто вообще тогда забирают бездомных? Ну, если без пиара, то где-то около 80 животных в год. Помогают приюту и представители власти. В подарок его обитателям они передали собачьи вкусности, корм от благотворительных организаций. Такая поддержка приютам, расположенным на территории нашего округа, оказывается регулярно. Помощь им необходима. Они всегда рады, потому что если есть меценаты, если есть благотворительность, но и нам нужно тоже организовываться в какие-то комиссии, чтобы обсуждать эту тему, идти навстречу. Здесь 300 животных, работает всего 5-6 человек. И они выполняют, конечно, очень сложную работу. Но она не видна вот так всем, да? Но она очень нужна. Этим дворнягам повезло. Такую жизнь собачьей уже не назовешь. Но их жалобный взгляд будто проникает в душу и пронзает сердце. После такой встречи забыть хвостатых друзей уже невозможно. Главное, чтобы они поскорее попали в добрые и надежные руки. Влада Шишова, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцова».